Я здесь, я к шумихе вокруг какого-нибудь вопроса вообще отношусь всегда настороженно. Во-первых, я стараюсь это все-таки не слушать, чтобы жить спокойнее. А с другой стороны, безусловно, стопудово есть уже какие-то лекарства. Слушайте, мы в космос летаем и решаем такие глобальные задачи. И технически настолько общество просто прыгнуло вперед в 20 веке, да, что говорить о том, что это не найдено, скорее всего, оно есть. Но, опять же, при таком количестве народа, я понимаю, достаточно цинично это прозвучит, но люди должны как-то, так сказать, как вам сказать, они так, видимо, регулируют численность населения, я так понимаю, такими мерами, понимаете, что не давать вот эти вот лекарства, там, придерживать их, допустим, и так далее, и так далее. Но я знаю, что все, что происходит, все это, в общем-то, наказание в какой-то мере за что-то. Поэтому, мне кажется, просто надо следить за своей собственной нравственностью, не делать гадости друзьям, ну, то есть жить по заповедям. Тогда, мне кажется, болезней-то будет вообще меньше. Я бы к этому стремилась, на самом деле, правда. Потому что я четко знаю, вы знаете, у меня был просто смешной, ну, смешно-трагический случай. Я надорвала спину, и я думала, все, я попаду в больницу. И я думала, все, вот это операция очередная. Нет, я покаялась в том, что я совершила. Я сделала очень плохой поступок, допустим, да? Я его помню, я его осознала, что я поступила неправильно. Я покаялась, помолилась. И вы знаете, я проснулась, у меня не было ни боли, и даже ни напоминания о том, что у меня ночью был великий кризис. Без всяких таблеток, без всяких сильнодействующих средств. Вообще. Просто я проснулась, как будто ничего не было. То есть меня простили за то, что я покаялась, я просто знала в чем, что я сделала, понимаете. Может быть, в этом какая-то проблема.